Давайте поработаем одну позицию. Какую позицию? Пошла рука. Толчок. Толкание. Здесь не статус, а самому механику. Обратите внимание. Раз, два, два. Снял. Значит, три вида. Первый вариант. Не дальше даже руку входит. Самостоятельно. Пара. Пять раз поработать. Просто походить. Смотрите внимательно. Внутри самое главное, чтобы у вас было вот так. Выходи 90°. То есть человек пошел поставить, ваша задача. Нет. Ничего больше не делать. Это первое. Второе. Снимаем. Медленно девушку, чтобы было понятно. Видно, раз, держи. Не хватает рук. Видите, как голова делает? Если правильно делать. И следующий момент, смотрите. Пять раз вот это на каждую руку. Походи. Пять раз. Самостоятельно, без команды. Эти порядки делать. И пять раз. Не торопитесь. Делайте на среднюю скорость. Смотрите. Вот вы сняли, раз, два. Не торопитесь после этого произвести события. Обычно в чем это событие заключается? Я снял, а мы начинаем. Начинаем 50-50. Это беспокоило. Знаете, человек пошел вот так, и уже не подать его сбросить, все. Но здесь надо остановить, отбиться и, как бы сказать, обязательно. То есть убрать скорость, спортивный режим, что бы тебе хотелось сделать. Потому что все остальные удары будут лететь мимо, и они будут неэффективны. Понятно, да? То есть замедлить сами себя. И человек скажет, ну, я такой, ну раз, снял, все, его сбросил. Теперь можно с ним работать как на варианте тренировок. Вот отсюда идет удар в сюда. Сделали. Показали удар здесь, показали удар здесь, нанесли удар здесь. И еще раз, смотрите внимательно. Не пытайтесь на руку, это все делать руками. Когда вы делаете на руку руками, то у вас будет все будет. Все, смотрите. Я ушел. Остановился. Показал. 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 И показал. Еще раз показываю. Снимаем удар. Останавливаем. Показать. Ударили. Возвели, что мы слышим. Пробуем. В тишине.
можно делать вот так. Подкручивать. Да? Это все как бы это все пластик. Но когда ты лично прыгаешь, но когда помнишь, я говорю, открывай. Родной ты мой, нахуй на живой.